видосам за 1000 рублей. Все. Они закончились. Теперь смотрим видосы за 250. Здорово, орлы. Сегодня будет первый... Сейчас поправлю. Сегодня первая серия летсплея. Охуенно. Спасибо. Крутое видео. Тиньков поясняет за стримы пятерки. Я люблю Тиньков в мем. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Это было не просто смело, это было пиздец смело. Кстати, я к ним хорошо отношусь ко всем. Они реально, ребят, хорошие. Так я было, его чморил. Ты вообще ничего никогда не сказал. Я его чморил смешно. Ваш герой. Вообще, блядь, никогда он и ничего никогда не сказал. И сейчас молчит. Понимаешь? Ваш герой, чё ж он молчит-то? Это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Жопу лишь... Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мне можно это прояснить? В смысле? А что тут ошибся? В чем ошибка? Давайте, это охуенный трек, самый лучший. Всех прощения за эту фразу. Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм. И что, в принципе, в моей фразе есть много логики, если по ней хорошо подумать. Да, можно да. мечтать. И я с вами вместе мечтаю. Ну, давайте мечтать. А можно быть реалистом. А реалистично это никогда не будет. Они все очень... На мой взгляд, тупые, они все, там, сказать, примитивные, у них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны, я не хочу с ними разговаривать. Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Круто! Это же круто! Да это ж круто! Какие у нас классные... Это не круто, нихуя, вчера было. Ребята работают. Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю, то есть я, во-первых, процесс эти многие не понимаю. Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Я реально прихерел. Это, конечно, печально. Это печально. Проснулся утром. Если честно, бля, я... Бля, такое день... чувство, что каждую неделю можно эти делать мемы. Просто другие картинки подставлять. Первый ничего не понимал. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну, знаешь... Я не очень понял контекст. Что-то был занят еще в этот день. Я не мог в это поверить. Это было невозможно. Я спорил со всеми. Ну, естественно, я в это поверить не мог. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому что я не мог в это поверить. Уфа. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю, если уж честно. Дай им бог здоровья. Спасибо за то, что они меня спасали. Если бы не они, я бы, конечно, не выжил. Ну, что это за пиздец такой? Ну, как это может быть в 21 веке? Мне не надо никаких миллиардов, я ничего не хочу, я не хочу это видеть, я хочу про это сказать всем. Бля, вот это прям как будто он прям про это и говорит. Да, мне было страшно, но я это сделал. Мне было парадоксальным страшно, образом, да. Это то, что спасает мою жизнь, понимаешь, такой инь-янь. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как, ну понимаешь, да, это была моя идея. Окей, я заткнулся, я хотя бы что-то предложил. Я говорю... Миш, мне похуй. Я так чувствую. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Мне на него до сих пор, кстати, как-то не похер. Хотя я его продал. Мое сердце будет за него болеть еще долго-долго. Блять, это правда. Долго. Вот за ним как-то так вот пытаться присматривать. Если бог даст, то я буду жив. Вот. И так далее. Но все-таки мое детище. 15 лет, их не выкинешь. Вот в контексте какая разница? Вот какая разница? Ну какая разница? Ну вот какая разница? Ну на моем качестве жизни это никак не влияет. Для многих являешься такой ролевой моделью, кумиром. И поэтому твои слова, это было очень мощно сказано. Они говорят, это в контексте. Они, блядь, это стрёмное заявление от чувака от этого. Понимаешь, потому что он как бы, ну, авторитет для этих людей. Да. Ну да. Спасибо за видео. Первое видео за сегодня, которое не просили скипнуть нахуй. Сыночка, сейчас я Сан-Тропе. Привет, передай, пожалуйста, привет и поздравь моего друга Александра из ДР. Будь рад. Сыночка, я Сан-Тропе. Киркоров, 2 хаметровый буцефа алтраха. Его... Блять, еще одно видео за 1000 скинули. Попробую, попытаюсь.
А, еще и флешмена он оценивает. Бля, еще и за 1000, охуеть нахуй. Сыночка, я в Сан-Тропе. Босс, видели анонс Клинка 4? Нет, так я третьего еще не посмотрел, потому что как будто всем нахуй похуй, кроме меня, блядь, на Клинок. Сыночка, я в Сан-Тропе. Ты издеваешься? Ну да. Ну как я издеваюсь? Да закидываю. Еще год быстро проходит, с 13 зрителей поднялся до сотен, откуда все деньги? Бля, ты не поверишь, ты поздно пришел, потому что его уже скипнули сегодня. Ну ладно, давайте вот уточним. Пытаюсь объяснить. Так. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясню. Я бы ему присягнул и прям преклонился, и пусть он император, и менять правительство при этом, да? Мне трудно его в какую-то корзину в одну поместить. В нем, как и в нормальном человеке, сочетается куча негатива и в кучу позитива. Он, безусловно, вызывает много положительных у меня эмоций и уважения, но в то же время я... Блять, ну тут затянуто прям пиздец. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Я вырос в туалете системе очко. Я увидел унитаз впервые в армии. Ну я не, я занимаюсь бизнесом, я бизнесмен. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мне можно это простить? Ошибся, допустим. Давайте, прошу у всех прощения за это. Это был великий сарказм. И что, в принципе, в моей фразе, есть много логики, если по ней хорошо подумать. Я считаю... ошибкой. Да, я считаю это ошибкой. Ошибся? Да. Ну, ты меня прощаешь или нет? Кто я, чтобы прощать? Я попытался объяснить. Ну, можешь простить. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивные. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я не хочу с ними разговаривать. Я... Ну, вот круто! Что-то... Да это ж круто! Что-то... Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю, то есть виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Вот... Все мы виноваты в этом пиздеце. Вся Россия. Я реально прихерел. Болтовня, хватит эту болтовню слушать. Как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, но можно, в принципе, и голосование. Если честно, я день первый ничего не понимал. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну, знаешь. Я не очень понял контекст. Что-то был занят еще в этот день. Я не мог в это поверить. Это было невозможно. Я спорил со всеми. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому что я не мог в это поверить. Дай им Бог здоровья. Спасибо за то, что они меня спасали. Если бы не они, я бы, конечно, не выжил. Ну, что это за пиздец такой? Ну, как это может быть в 21 веке? Да, мне было страшно. Но я это сделал. Они, безусловно, ошиблись. Это было... Скорее всего, бюрократическое просто. Ну, считайте, 83%. Спасибо за 1000. Охуенное видео. Для тех, кто смотрел только флешмена в своей жизни и больше ничего не смотрел, это вообще разъеб, мне кажется. Им прям понравится. Спасибо за видео, спасибо за 250. За 2023. Вот, а это значит, пришло время декабрьского дайджеста. Сегодня мы расскажем о самых важных обновлениях за декабрь. Погнали! Тут, господа, мне хотя бы интересно то, что это мой друг, как бы, и то, что... Ну... Так, в прошлом месяце вышло большущее новогоднее обновление персонализации. Попробуйте примерить новогоднюю... Блять, а слышай, демастер, меня сюда нахуй. Он мне еще год назад написал, слушай, а хочешь мы твой мерч добавим вот так вот? И где, ёпта, и где нахуй? Другое, а подробнее... И еще он сказал, что с этого мерча мне, блядь, будет по 10%. Вот, вы можете нихуя узнать себе, блядь. Видео на нашем YouTube-канале. Теперь вы можете отслеживать свой актуальный пинг в игре. Для этого зайдите в настройки, затем настройки графики, прочее, и включите отображение FPS. Отлично, теперь оно будет отображаться в левом верхнем углу ну, экрана. Также он отображается в табе, где вы можете посмотреть пинг других игроков. На сервере мини-игр был добавлен новый пункт в правилах Crystallix Minigames, который включает в себя запрет любых сообщений в VIP-чате, связанных с пиаром, продажей, покупкой и выпрашиванием. Данное правило также относится и к медиа. Present Value. 15 декабря состоялось открытие новой зимней аркады, в которой вам нужно Демастер собрать... уже сделал, это же реально, это уже как будто уже и не сервер, нахуй. Как можно больше разбросанных... Ну, это как будто вот Roblox, но в Майнкрафте.
карте подарков, а затем доставить их в ее центральную точку. А еще на этой мини-игре был проведен ивент, в котором вам нужно было попасть в топ 100 игроков, чтобы получить уникальную ауру – снежинку. Анархия. С радостью сообщаю вам о том, что предыдущий сезон Анархии подошел к концу. По его истечению был выявлен ряд... Бля, надо свою Анархию попробовать вообще открыть. ...недоработок и багов, которые на данный момент... С донатами и там... ...успешно устранены. А еще мы подвергли режим некоторым изменениям. Например, исправили кривое отображение текстур, а также переработали их на некоторых предметах. Вернули игрокам возможность покупать скины на луки и переработали дропы. Castle Fight. Была переписана система очереди и доработана система бана за выход из нее. Теперь, чем больше вы будете ее покидать, тем дольше на вас будет действовать блокировка. Был исправлен баг, позволяющий открывать всем игрокам здание Орды для обмена ресурсов. Также мы запустили зимний турнир по Castle Fight, который стартовал 6 января. По его результатам, три самых сильнейших команды получат кристаллики на свой игровой аккаунт. А еще на режиме стартовал новогодний ивент, и произошло множество изменений, полный список которых вы можете посмотреть в описании. Годний ивент, и произошло множество изменений. Джетбанаш. Полный список которых... Все... А, нет. Это, подожди. Это Какус. У Какуса был этот скин. Или у кого, блядь? У кого был скин этой обезьяны? ГТМ. Добавлена система захвата территорий. Нихуя тут и теперь карта какая-то, блядь. Чё? Устранен баг с инвизом. Исправлен абуз апгрейда данных. Убрана точка захвата мэрия. Теперь вы сможете сыграть в кости и приумножить... Блядь, свой... звездочки, розыска, карта нахуй. Баланс. Для этого нужно прописать команду DICE, никнейм вашего оппонента и сумму. Infinity Fantasy. Мы провели открытый бета-тест нового RPG-режима, который продлился 2 недели. Вы, сбежавшие заключенные, оказавшиеся в мире парящих в небе островов, кишащими монстрами, выполняете задания, фармите мобов, прокачивайте своего персонажа и узнаете, как выбраться из этого ада. По окончанию бета-тестирования игрокам, попавшим в топ-100, была выдана персонализация. Custom Steve House. Ну это мы самый популярный у него винтов, сейчас режим. Теперь она стала удобнее. Подробнее о ней вы можете узнать на нашем канале. Ролик уже вышел. Нихуя был добавлен себе. Новогодний ивент, в котором вам нужно собрать конфеты с мобов. За конфеты вы сможете купить новый новогодний кейс. Сейчас там 19 наград, которые вы можете купить за конфеты, либо же за кристаллики. Полный список обновлений и ссылку на видеоролик про бинды вы можете найти в описании к этому видео. GDCraft New Gen. Да, слушайте, я вот владея, ну по сути как бы, вот один сервер SP... Да, вот, и я считаю SP Maxi за пол сервера, потому что, ну, там я, ну, мало, как бы, уделяю ему, не супер много времени. Я уже в ахуе. Как, блядь, кто нахуй у Димастера откуда столько нахуй времени, чтоб помимо этого еще и сериалы, блядь, снимать? Сообщаем вам о том, что 20 сезон подошел к концу, а вслед за ним стартовал новый 21 сезон. Как за этим следить, блядь? Вызван талантовых персонажей, а также переделана система ПВП. Skyblock. В прошлом месяце открылся Skyblock Little Star. Был добавлен новый блок – Роговой Коралл, который дает 2500 уровней вашему острову. Его крафт можно посмотреть через команду /crafts. Выживание бомжа в России. Произошел вайп и запустили новый сезон. А вместе с ним ура! И новые изменения. Мы доработали... Блядь, я не помню, мы что-то однажды как подсели с Какусом на этого бомжа. Вроде такая тупая хуйня, но мы с Какусом там что-то типа бутылки ебаные фармили. Помню, что-то я под заправкой собирал, уже даже без стрима бегали с Какусом, бутылки собирали. Баланс работ и добавили случайные бустеры, которые активируют плюс 50% на случайную работу. Теперь на режиме вас ждет локация Дворец Демастера с прилагающимися бизнесами от... Интересная такая форма. Также многое другое. Недавно на нашем YouTube-канале вышел тизер нового игрового режима One Punch Man, который будет ждать вас в январе. Нихуя. Теперь перейдем к модовым серверам. Произошел вайп на Magica 1, Skyvoid, Galaxy, Techno Magic 1, Neo Tech. Every Rage. Был проведен вайп, после которого мы выкатили огромное обновление, где были изменены игровые активности и запущены бета-тесты новых механик. Pixelmon 1.12.2. Добавили новые модели покекукол. Исправили баг с иконками покемонов. Pixelmon 1.16.5. Исправлено падение сервера. Основная страница ПК заменена на зимнюю. Убран мод Storage Drabbers. Обновлена версия мода Pixelmon. Добавлены новые покемоны. А еще мы хотим...
хотим поздравить наших игроков с наступающим Новым годом, и поэтому приготовили для вас особенные новогодние подарки на сумму более 1 миллиона рублей. Для того... Ну я про это говорил вам, подписчики, у вас еще есть шанс поучаствовать, вы хотя бы просто в АФК зайдите, постойте, чтобы был шанс, но это реально, это топовая тема. Чтобы получить подарок, вам нужно играть на сервере мини-геймс в течение 60 минут. За это время вы получаете карточку, которая дает право участвовать в розыгрыше. Чем больше времени... 48 часов ты уже наиграл? Не упробуйте на мини-играх, тем больше карточек. Соответственно, шанс выиграть один из главных призов становится выше. Остальные подробности розыгрыша можете узнать у NPC Гигарект Мороз в хабе. Гигарект. Не забывайте и про дискорд-сервер, на котором прошел увлекательный марафон игр и интересные трибуны, которые включают в себя викторину, караоке, паркур и многое другое. Я присоединяйтесь и вы, чтобы не пропускать такие мероприятия. А еще мы провели стрим, на котором ответили на вопросы игроков, устраивали различные конкурсы и раздавали персонализацию. Это какой-то вообще другой уровень. Год назад этого, ну, всего вот такого. Ну, был, но это сервер такой был. Там режимчик, что-то там режимчик, куча пустых режимов. Сейчас я смотрю, он просто создал что-то невероятное. Это человек-гений. 2023 год был очень продуктивным для нас. Мы обновили и изменили множество режимов и серверов. Наш проект сильно преуспел за прошлый год, но мы не останавливаемся на достигнутом. Дальше будет только лучше. 2024 год будет еще насыщеннее и интереснее на обновление. Надеемся на вашу поддержку, ведь благодаря вам наш проект развивается и становится лучше. До скорых встреч. Увидимся в следующем выпуске, друзья. Который через год будет? Круто, круто! Не, круто! Ну круто! Так, алло, да. Угу. Все это величие какое-то, чинопочитание, вот это вот, да.